пушки жил злой и скупой мужчина. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Фух, я готов на гадости. Но лишь бы все закапать своей великой радости. Но лишь бы все закапать своей великой радости. Своей великой радости. Своей великой радости. И были у него сын и пасынок. Продолжаем урок природоведения. Тема рыбы. Итак, это сом, это щука, а это ясь. Это ясь! Хочу ясь! Ваше Величество, дело в том, что ясь ловится только летом, а сейчас Новый год. Хочу ясь! Ну, Ваше Величество! Новый год не наступит до тех пор, пока не принесут мне ясь! Ясь, ясь! Это рыба моей мечты! Услышал злой и жадный отчим про 100 рублей и подумал: мне же как раз 100 рублей не хватает на мопед. Конечно, нормальному человеку мопед зимой не нужен, но жадный отчим знал про 70% скидки в спортмастере. А не пошел бы ты на речку, поймал бы мне езя для разнообразия. Ясь, ясь, это рыба чьей-то мечты. На 100 рублей. Да что ты, батюшка, надо ждать июня и июля. Иди быром на речку и без езя не возвращайся. Ну а если сгинешь в речной пучинушке, ну так мы горевать не станем, а наоборот танцевать будем. Цуба! Идите, погорячился. И пошел пасынок на рыбалку. Что, тоже злой и жадный отчим за рыбой отправил? А, Долго ли коротко ходил пасынок, не нашел он речки. Пришел на каток. Ясь, где же рыба, ловись мой ясь. Здесь тоже нет. Ясь, ясь, где же рыба, ловись мой ясь. Ясь появи. Ясь.
случилось? Да из-за этой курицы у нас весь танец расстроился, а мы другого не умеем. Ой, да я вас сейчас научу, это просто. Процентной скидкой в спортмастер. А, за рыбой. На, держи. Побежал наш герой домой, но по дороге заблудился и вместо дома прибежал сразу во дворец. Где-то я? Yes, надо